выступает Владимир Соколов. Мне нравятся поэтессы, их пристальные стихи, их сложные интересы, загадочные грехи, как бледностью щеки пышут у всех на иной манер, и как о мужчинах пишут по-рыцарски, не в пример. Их доблесть не быть обузой ни в цехе, ни в мастерстве, и жить, пребывая с музой в мешающем им родстве. Я рад, что в наш век тревожный, где с пылом враждует пыл, их дружбою осторожной порою отмечен был.